Е. Я хуячу по тебе, тра-та-та-та-та-та-там, танцуют звезды и луна. Ух, сейчас чувствую, контент попрет. Ух, сейчас начнется, давай, давай, давай. Третий раунд его темы. Что за игра? Персонаж по косплею. Что за программа? Мультфильм. Сериалы. Вообще, игра, все, логотип, как... мозаика. Ну, тут я могу. Саня, выбирай первый вопрос. Не забывайте, Андрей, пожалуйста, прожимать лайки. Это очень важно, пожалуйста. Итак, выбирай это КамАЗ. КамАЗ, выбирай. Что за мультфильм? А если так, кто знает? Я знаю. Жалко мне назвать. Андрюха? Это, естественно, ультрамарины, Вархаммер. Ну, блядь, Миша кластер удружил. Что за программа 1200? Что за программа? За 200. Что же так назвать? Программу. Есть XPX, это эмулятор PlayStation 1. Тебе, блядь, бабок мало, что ли, ёбнутый? У тебя 14,5, блядь, у нас... Андрей, выбирай вопрос. Ты не делай. Персонаж по косплею за 300. О, я знаю. Хороший косплей. God of War. Кто? У меня синий экран. Персонаж. Ну, главное, как его зовут. Как его зовут? Опиши его, Ваня, опиши, я подскажу. Да ты не знаешь, я не вижу. Иван, ты. Там есть сиськи. Иван 2. Во всей франшизе есть сиськи, даже у Кратоса. Иван 1. Кратос. Да сука, он подсказал, блядь! Андрей, я сейчас начну снимать с тебя, понимаешь, очки, которые плюсу ему. У меня синий экран. Нахуя очков, блядь, там снимай, не снимай, блядь. Виля, спасибо, зови переподписчику, ребята, в Агизе Вилевне, будьте любезны, аплодисменты и сердца. Все, я не буду, просто у меня синий экран был, я хотел... У тебя 14700, блядь. За 200. Что за игра? Очень простой вопрос. Пожалуйста, простые 200. Кто-нибудь. Простые 200 можно было бы заработать. Фрэнбол. Предлагаю не общаться после сессии. Хороший человек. Человек может быть хороший. Это что за игра? Два месяца я ее стримил. Два месяца, ребят. Катерина. Катеришна. Катерина классик. Блядь. Алло. А это что за игра? Очень простой вопрос. Ну, пожалуйста. Очень простой. Боже, я забыла, как она называется. Ну и ребята. Салли Фейс. Естественно, вот. Салли Крамсали. Ребят, не удивляйтесь, у меня просто личной жизни нет. Не ври, у тебя жена есть. У меня тоже, Андрюх, нет личной жизни, блядь. Это что за игра? Не знаю, но не помню, как называется. Обожаю. Игра, просто игру назовите. Да не помню. Какой, блядь, Elder Scrolls? Что, нет? КамАЗ, не топи себя больше, пожалуйста. Вархаммер, Верминтайд. Это да, Вархаммер, Верминтайд. Игра за 900. Ну, пожалуйста, ну хотя бы на это, ну. Какой ты чьё? Хотя бы на это, блядь. Нажимай, чё ты? 60 Seconds for Atomic Work. Бля, как ты себе вообще девушку нашел? Вот и неправильно. Ну, там 60 секунд. Риатомайзер. Там 60 секунд, да. Ух, блядь, нихуя, у него стало меньше бабок. Давайте самое легкое. Сериалы 200. Но это уже простой сериал, действительно. Stargate. Да. Наконец-то Иван выбился в плюс. Впервые за две игры, бля. Какая часть? А там не было части. Я бы спросил, если бы она была. Иван, выбирай. Да, я понимаю, тебе непривычно. Сериал за 1800. И это? Ёбаный в рот, я забыл название. Сука, по СТС шел. Да пизду, не вспомню, я его смотрел. Варианты? Ни у кого? Да. Первобытные? Да, первобытные. Идем дальше. Иван. Игра логотип мозаика. Арк. А, блядь. Пизду. Идем дальше. Иван, 1800. Игра логотип мозаика. Привет, Шар. Я сегодня хоть что-нибудь выиграю? Шар, я выиграю что-нибудь? АПБ Реалодед. Кто? Мертворожденная игра. АПБ Реалодед.
Да. Мне пыталась прочитать, но у меня не получилось. Идем дальше, Андрей. Опять мозаичка. Ну, пожалуйста. Ребят, не буду отвечать. Команд, давай. Да серьезно, ну сталкер. Тени Чернобыля. Камаз забрал, блядь. Камазелка, ну, блядь, не обижай меня. Ну. Я, блядь, нахуй, бизнесмен. О, я знаю, что такое. Ну, пожалуйста, давай, КамАЗ. А, стой, подожди. Ну, давай, это, блядь, ну, КамАЗ. Первое слово скажи. Нельзя. Deadlight второй. Или Dying Light второй. Dying Light. Я бы не угадал. Ты 900. Вопрос с секретом. 600 Ивана, 400 у Маши, минус 3750 у КамАЗа. КамАЗ играет. За 1100 логотип. КамАЗ, чекай ВК. Ой, ебачо. Андрюх, я чекаю ВК. Андрюх, пожалуйста, давай затопим КамАЗа. Я тебя молю, просто, пожалуйста. Андрюха, я продолжаю чекать ВК, блядь. Подожди, ищу тебя в списке. Напиши мне КамАЗ. И 3, 2, 1. Время вышло. И правильный ответ. Не подписывайтесь на Лисятину. Лисятина лучше, как бы. Это Resident Evil Village. То есть, блядь, Андрюха не знает Resident Evil Village? КамАЗ, выбирай нравящуюся тебе тему. А как блокируют ВКонтакте? Пошел ты! Там на крестик. Вопрос без риска для Сани. Стоимость вопроса 5000. Хотел бы я сказать, но нет, Саня. 4200. Блядь, да ладно! Персонажа надо назвать, сука! Пизда. Он не смотрел, естественно, он был либо пьяный, либо, блядь, опять в каком-то говне, блядь, ползал. Это Киберпанк. Да. Ну, это понятно. Это ее зовут... Сюмей. Да не ебу я, блядь, ваше говно, Миша Кластер, серьезно, ну ты паки же делал, ты же знаешь, что тупой, как бревно, блядь, нахуй, такие. Слушай, сложные, Сань, блядь. Сань, а помнишь, как Блёданс зовут? Кого? Блёданс. Помнишь, как я зовут? Я никого из Киберпанка не помню. Да какой Киберпанк, ты дебил, что ли, говорю, Блёданс как зовут? Что такое Блёданс, блядь? Не, он тупой, я не засчитываю, блядь. Он тупой. Эвелина Блёданс, ты что такой не знаешь, блядь? Пиздец! Я знаю Эйра Элфи! Да иди ты нахер, блядь! Все, 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 все! Он это заслужил, чат! Все нахуй, да? Да, я не спорю, блядь, минус ноль заслужил куда уж ниже, блядь. Ну у тебя нет, у тебя не сгорает сумма, это несгораемый вопрос был. Персонажа назовите. Ой, тупо играли, блядь. Наконец-то, господи. Сейчас, смотри, Лил Пупу первый. Он сам хил. Так, а зовут как? Персонажа, блядь, по косплею. Иван. Третья часть. Ага. Да. Она... Так зовут ее? А зовут отца. Так, да. С ВК, блядь! Скарлетт, нет? Ага, конечно, Скарлетт, да. Мой, пожалуйста, только не затопи меня. Молю тебя. Шерил. Нет. Идем дальше. Нет? Кто знает? Нет, блядь, кто мне подсказал только что, блядь, нахуй? Кто мне только что подсказал? Хизер Мейсон ее зовут. Андрюха, серьезно, ты же, блядь, взрослый. Андрюха, блядь, чай, ты... Ах, это ты убойник, блядь. Пошел ты нахуй, Андрей, блядь, какая шинил, блядь. Сука! Блядь! Она единственная полезная, в принципе, за донат меняет цвет подсветки, как бы... Что за игра? Да похуй! Блядь! А тут недавно стримил, у меня было. Это же... Как это по-английски? Пожалуйста, умри, короче. Дай, плиз, дай, или как так. Я не помню. Или Дэс. Что-то такое, короче, плиз Дэс. Помню, первое плиз, а по второе точно на Д начинается. Чат быстрее. Д атх, ну да. Плиз Дэс, блядь. Хорошо, плиз Дэс. Пожалуйста, уж думай, блядь. Я играла в нее, она у меня есть на телефоне, плиз Дэс. Ну, на чат больше плюс. Окей, это пиз Дэс. Пиз Дэс.
Идем дальше, Маша, выбирай вопрос. Мультфильмы. Вопрос с секретом. Минус 1200 у Ивана, минус 6650 у КамАЗа, 21900 у Андрея. КамАЗ играем. Что за мультик? Ну это легко, боже, КамАЗ. Я на 300. Если не отвечу, я тебе реально пальцы сломаю. Спасибо, что не мне. Главное сидеть молча, делать вид, что тут нет. Чек не ВК, Саня! Там сейчас будет матрица, мультфильм, блядь. Саня, вариант. Буквы, Саша. Саша, да. Спасибо, кто ему сказал. Спасибо, птичка. Саня, выбирай вопрос. Какая нахуй разница, блядь. Давай, Саня. Мультфильмы за 1800. Забыл, как называется. А, Болта? Болта? Да. Болта, да. Вот что-то такое. Почему я не увидел входящего сообщения? Блять! А, все, я понял. Арен. 1500 мультфильмы. Блять! Меня не показывает. Мультики моего детства. Ну, не помню, как зовут. У нас ВК! Так, вы там это, аккуратнее, чтобы... Это братец медвежонок. КамАЗ, отложите телефон, пожалуйста, будьте любезны. Я отложил, конечно, я даже... У меня вот друг подсказывает. Хорошо, хорошо. Что за программа за 1800? Steam. Это Steam? Да, это Steam. Нет, это не Steam. Я точно подсказал. Source Filmmaker. Пока нормально идем. Что за программа за полторашечку? Опять синий экран. Ну там такой кружочек, три ответвления, посередине белый и в середине всего синий. Я даже... Блендер. Я бы... У меня нет... У меня картинок нет, правда. Персонаж по косплею за полторашку. Андрюх, что ты делал, чтобы картинки появились? Пусть знает, сидел в предел. Выходил из игры. Выходил из игры. Paper Ride, Fallout 4. Толь, паузу. Давай, КамАЗ, перезаходи. У меня не работает. Не то, что да, из игры. Но либо у тебя не загружаются картинки, либо ты ослеп от пива. Продолжаем. Саня, выбирай. А я не выбираюсь. Первый пропускаем. Сейчас само уберется. Что за игра за 600? Да почему же вы все не знаете игр никаких? Бихолда. Естественно, Бихолда. Ты не туда написал, блядь, Андрюх. Почему я туда пишу? Андрей, хватит писать. ВК, блядь, КамАЗ. Андрей, персонаж по косплею за 600. Вопрос с секретом. Кому отдашь, Андрей? Андрей, выбирай, кому вопрос. Я себе нажал, но нихера, типа... Пытаюсь... Итак, играет Иван за 600. Не надо было мне. Назовите персонажа по косплею. Бля. Resident Evil The Village. Это новинка. Да. Одна из сестер Димитреску. Нет. Ну, дочерей которые. Да. Ну, и хуй знает, как ее зовут. Блять. Да. Ну, засчитать можно уже. Чёрт, это можно засчитать? Одна из сестер. Нет, нельзя засчитать. Как ее зовут? Ответы скидывай. Её зовут. Не, не знаю. Ну, тут есть в ответе дочь Димитреску. А, дочь поэтому... Димитреску, да. Ты засчитал, да, блядь? Там в ответе это был да. Персонаж по косплею. Андрюх, ты знаешь? Андрюх? Господи, так, как его зовут? Серьезно? Джоэл. Блядь, КамАЗ! Да я спросил, сказал бы да, блядь! Персонаж по косплею 1200. Ну, здесь просто. Можно, но это легко. Но я не знаю, как его зовут. КамАЗ, твой ответ? Ее зовут? Телефон назад свою руку. Возьми назад отсюда. Руки свободны. Нет, телефон со стола убери, говорю, блядь. И присыла. КамАЗ. Я тебе не засчитываю ответ. Почему? Потому что подглядывал телефон, говорю, убери свой ебаный. Да нет, нет телефона. Он прямо перед тобой на столе лежит, кого ты пиздишь, блядь. Да вот, смотри, нет телефона, блядь. Ты только что его переложил, мы это видели, блядь. Да я не видел ничего. Блять. Я показал.
Да, как отправить на оспаривание? КамАЗ, выбирай вопрос. Ага, типа, короче, у чувака минус 3500, и мы все равно его душим, блядь. Саня, выбирай вопрос, ну потому что ты не сам Давай. Отвечаешь. А кто отвечает за меня? Андрей, блядь! Что ты понимал? Там сообщение 25 пришло. А, выбрал. Сериал назовите. Хороший сериал, кстати. Мерлин? А, по-моему, он. Вот видишь, Андрей сам отвечает. Андрей, смотри, просто, Андрей просто хочет побить свой рекорд. Какой у тебя там максимальный счет был, Андрей? Я бы до этого побил рекорд, но я вот это как бы, да, типа... Пытаюсь остаться не без друзей. Что за программа? Вообще не знаю. Саундпад. Кстати, он дорогой, зараза, в Симе. Что за мультфильм? Боже, да не сил. Это, короче, называется... 3, 2, 1. Нет ответа. Один, смывайся. Нет, не успел. КамАЗ, в эту игру могут играть двое, блядь. Лучше же ответил, смывайся. Да, да, да. Андрей, а покажи переписку с КамАЗом сейчас. Да не, блядь, еще один. Еще один. Что ты мне показываешь? У меня сейчас пропущено, а потом лицей, как бы. Гринч. Который украл Рождество. Можно мне? Даже тебе зачем? Блядь, я это из чего знал. Спасибо, Гарсон. Так, что за мультик? Ну, новый мультик. Рая. Что за программа за 900? Ну, здесь может ответить только Андрей, наверное. Она прямо сейчас у меня работает. Вот вам подсказка. Рутоний чат. Молодец. Вот видишь, Саня? Чат, вы все видели? Я дал телефон. Вы все видели, я не смотрел. Снапчат, блядь, пишут. Так, Саня, идем дальше. О, вопрос со ставкой. Номинал 600. Сдается мне, что никто не будет с тобой играть, КамАЗ, на эту ставку. 11900 Андрей решил поставить. Что это за программа? Блядь! Фрути... Ты не знаешь, да, Андрей? Фрути Люпс. Сука, пёс. Что? Блядь, что это? Ебаная жопалиса, блядь. Это ФСУ, тебе Фрути Люпс засчитывай. Это музыкальная программа, где делается музяк. Или Fellow Studio, да. Окей, там какие-то у Андрея уже цифры просто. Что за программа за 300? Отлично, синий экран. Мне бессмысленно, да, вообще даже думать, что... Wallpaper Angel. Тем более. Stranger Things. А по-русски? Странные дела. Какие? Очень странные. Очень, да. Ну. Очень странные дела. Вопрос секретом, Иван. 2500 у Маши. 34 500 у Андрея. Минус 3350 у Сани. Кому отдашь? Давай, КамАЗ. Хорошо. Сериала за 900. КамАЗ. Вот это ты должен знать. Или опять тебя ударить. Он махает рукой. Он не знает этот сериал, серьезно, блядь. Сань, а ты угадал бы сериал «Санта-Барбара»? Да. Ты понимаешь, что этот сериал, он практически как «Санта-Барбара»? Хорошо. КамАЗ, ну, одной, как тебе сказать, типа, Валькиндед там, я не знаю, Валендед. Ну, КамАЗ, ну! Дед прекрасный Вали. Саня. Нет нахуй вариантов никаких. Вы ебанутый. Ходячие мертвецы, Валькиндед. Ебать. Пиздец, блядь. Охуенно. Спасибо. Я не смотрю ебаные сериалы, блядь. Мне 33 года будет через час, блядь. Я нахуй бизнесмен, который зарабатывает бабки с мизы. Да мне похуй на ваши фильмы, ваши аниме. Я знаю физику, геометрию, математику. Я ваши фильмы вообще не смотрю. Я нихуя не ебу. Миша Паттер, ну серьезно, блядь. Ну какой ты пак делал? Ты же знаешь, ты тупой, блядь, бревно, нахуй. Ты не мог сделать там что-нибудь там плюс 2, плюс 2, блядь. Мне 26, смотри, в чём, блядь. Сериал не могли бы вы назвать за 300? Нет, нахуй, не мог, блядь. Монголорец, долголорец, блядь.
да. Говно ебучий, какой-то, блядь. Помойка, самое звездное говно ваше. Это действительно Мандалорец был. Нихуя угадал, блядь. Я издалека вижу, блядь. Санина, блядь, какая крошка на кефире, блядь. За 600 сериалы. Да похуй, блядь. А тут мне хуй узнать. Я знаю, что это за тип сериалов, но не знаю, как. Ух ты, чего ты не знаешь о сериалах, блядь? Ребят, 340, ты не знаешь, блядь. Блондиночки, пожалуйста, будьте любезны, аплодисменты и сердца, спасибо. А, вопрос такой, нам ложушку ждать на свою игру. Слушай, я спрошу, я у Ромы спрошу, может придет? Ой, я знаю, что это нахуй. Логотип Мозаика это. А что за игра? Фазмофобия. Да ладно. Опять нет, блядь. Да, фазмофобия, я не узнал. Да нахуй! Спасибо, Мишаня, охуенно, блядь, красава, подписывай. Вопрос без риска. Лучше просто, король. Стоимость вопроса... Сотка! 600. 600, заебись! Блядь! Батл Тотс! Охуел! КамАЗ, подумай! КамАЗ, да пожалуйста! Мне, мне плевать, блядь! Это World of Warcraft! Говно, как известно! О, сорян, нет, Warcraft заебись! Так, блядь, тормози нахуй! Так, КамАЗ у нас выбывает, он проиграл, а кто ему будет загадывать вопрос? Вот это интрига, господа! Это действительно интрига, я считаю... Я считаю так, убирайте тем, которые вы не хотите, Иван. Долго, бестия. Платформе. Вы все поебали, у него 3-4 кэса. Сратый косплей. Он игра по скрину осталась. Блядь. Делайте ставки. Че, Андрюх, что мне делать? Итак, назовите игру по скрину. Время пошло. Ее надо написать. Игра очень простая. Я ее стримил. Ну че, бля, птичка, заебись, поиграли. Будь. Итак, все ответы даны. Как говорится, дано. Узнаем ответ Вантала. Ивана, не знаю. Это неправильный ответ. Ну, точнее, это правильный, но не в данном контексте. Ставка 1. КамАЗ лох, ответ Маша Фурстехник. Нет, неправильный ответ, к сожалению. Ставка 100. Андрей. Games of Thrones, Telltale Games. Да, это правильный ответ. Ставка 21. 56-179. 56 тысяч в балансе у Андрея. 899 у Вани, 2400 с пердежом у Маши. Итак, Андрей, вы должны, панушка, загадать желание для нашего многоуважаемого, перспективного, как говорится, бизнесмена. Давай. Паш, я хочу, чтобы ты не горел, поэтому, чатик, напишите любви КамАЗу. Самых прекрасных слов, вот, а КамАЗ должен это принять. А вот и все, блядь. А вот и все, блядь. Все, нахуй, все, блядь. До свидания, блядь.